13 серии сериала «Проспект обороны» мага привозит Наилю к Хасану. Она узнает, что ее муж собирается убить Руслана и предупреждает его об опасности. Хасан убивает Наилю и собирается казнить Руслана, но в последний момент появляются бойцы ФСБ. Борман инсценирует покушение на Валентина, внушив ему, что это дело рук Криса. Миронов требует от Бандераса информации по убийству вице-губернатора. Бандерас просит дать ему еще пару дней. Валентин предлагает Кате с Петей уехать из Питера вместе с ним. Она соглашается. Астахов безуспешно просит денег у Лизы на спортивную подготовку Дениса. Ночью в безлюдном месте киллер выстрелом в голову убивает тайгу. Посмотреть очередную серию вы сможете 26 марта.